В день российского студенчества глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с представителями одаренной и талантливой молодежи. В Чебоксарском техникуме транспортных и строительных технологий состоялся круглый стол «Молодежь. Трудовой потенциал Чувашии». В ходе небольшой экскурсии Михаил Игнатьев побывал в мастерских. Здесь студентов обучают штукатурным, малярным, облицовочным и другим работам. Знаешь, профессиональные карточки сейчас сколько зарабатывают? Да, общаетесь? 4 выпускается. А? Нет? Ноги это так. Мотивация в чем у тебя заключается? Почему поступил сюда учиться и по специальности карточки в этом случае? Понравится. Если зарплата не будет, что там? Это сам. Потом бежишь, диплом получишь, сбежишь. Мастер. Хорошие карточки, профессионально, 50 тысяч сейчас в месяц получили. Многие рабочие профессии сейчас очень востребованы на рынке труда. Большинство из них высокооплачиваемы. Так что многие из молодых людей вполне могут подзаработать в студенческих отрядах даже во время каникул. Лучшие из лучших получили свидетельство о назначении специальной стипендии главы Чувашии за особую творческую устремленность. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика.